В Алматы продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП с автобусами. Сейчас на скамье подсудимых находится водитель автобуса номер 98. Сегодня было принято решение о проведении дополнительной экспертизы технического состояния пассажирского транспорта. Соответствующий запрос озвучили пострадавшие пассажиры. Между тем, адвокаты подсудимого заявляют, что во время аварии якобы второй водитель также нарушил правила дорожного движения и попросили провести новые экспертизы. Оставляет желать лучшего качества схемы, составленной на месте происшествия. Там отсутствуют некоторые размеры, необходимые для назначения данной экспертизы. Поэтому мы самостоятельно выехали на место происшествия, где произвели необходимые замеры. В свою очередь прокуроры сообщили, что во время расследования были тщательно изучены кадры со всех камер видеонаблюдения, изучены схемы движения и проверено техническое состояние транспорта. Напомню, авария с участием двух городских автобусов номер 98 и 201 произошла 8 ноября прошлого года на пересечении проспекта Аблайхана и улицы Толиби. Один человек погиб, до приезда скорой помощи несколько человек пострадали. По результатам фотоанализа подсудимый во время движения по улице Аблайхана подъехал к стоп-линии на желтый сигнал светофора. Проехал перекресток на красный. В результате допустил столкновение с автобусом под номером 201, который в свою очередь ехал на зеленый.